Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я вам продемонстрирую вот такой инструмент. Это заказная гармонь шуйской фабрики. Называется барыня. Четырехголосый инструмент здесь, пятиголосый бас здесь, увеличенные кнопки, 27 на 25, деревянные резонаторы. Тональность соль мажор, чешские голоса здесь стоят, вот такой вот расцветки выполнено сверху тоже, орнамент такой, красотка. Хотел сказать про чешские голоса, все-таки есть отличие от шуйских голосов, шуйские более мелодичные голоса. Чешские более звонкие голоса, то есть у них бас более богатый, ну и правая сторона, она лучше отвечает, и особенно верхние нотки. Вот, значит, давайте продемонстрирую бас, послушайте. Держу гармонь в руках 27 на 25. Сейчас я попробую что-нибудь на ней изобразить. Только, пожалуйста, не кидайте камнями. Эти два полутончика я еще прям даже не еще и вообще не освоил. Так что буду ошибаться. Но покажу, что можно именно вот эти два полутона, как они решают, допустим, песни, как Павел Уханов не скажет, советских композиторов, где вот присутствует именно красота вот этих песен в этих полутонах. Допустим, «Зорька алая». Допустим, песенка «Под городом Горьким». Сообщение на WhatsApp, как можно обыграть. Можно, допустим, некоторые, особенно я-то не пою, те, кто поет, могут голосом пропеть эти полутона, сыграть аккордом, просто взять. Вот. Но
именно в проигрышах, конечно, это будет фальшь слышна, что нет этих полутонов. Это как, допустим, бывает женщина либо беременна, либо не беременна. Чуть-чуть беременна не бывает. И здесь то же самое. Либо он есть, этот полутон, либо его нету. Вот. Как бы, ну, если кто-то собирается все-таки заказывать гармонь, то берите 27. И у меня не получается сейчас эти аккорды брать. Про них, ну, первый раз гармонию взял в руки, но, честно, мне понравились голоса, ну, чешские, да, и, ну, и вообще гармония богато звучит, четырехголосый здесь, пятиголосый здесь бас. Короткий обзор сделал. Кому интересно, пишите, сделаем такую же гармошку. Фабрика дает изготовление 3-4 месяца.